объединятся два мира. Вы можете описать эту структуру? Государственное устройство? Государственную структуру, да, альтруистического строя. Я представляю его просто. Ну, скажем, не процесс, а конечная структура. Во главе народа стоит Санедрин, Синедрион, то есть люди мудрые, постигшие цель творения. И они решают между собой, каким образом управлять народом. Но народом управляют через воспитание, через ежедневные изменения, которые происходят в каждом. И тогда каждый является активным в своем взаимодействии с другими, и в этом развивается. Санедрин дает пример каждому человеку, как он должен себя вести, каким он должен быть. И каждый находится в такой системе воспитания, что он меняется. И из этого каждый хочет в своей ежедневной практике, в своих отношениях с другими людьми, на работе, или где бы он там ни был, реализовать это воспитание, воплотить его. И из этого каждый раз выстраивается новое общество, новая страна. Из этого возникают правильные отношения в промышленности, в экономике. Только с помощью постоянно усиливающегося объединения, которое исправляет отношения между людьми. Это не исходит сверху в виде каких-то законов. Сверху исходит только учеба и совет. И из того, что все пытаются это реализовать, из этого возникает новая государственная структура.